Из должностного лица в преступника за 5 минут превратился сегодня представитель Северодвинского военкомата Владимир Волобуев. Мужчина утром поехал по месту работы уклониста вручить ему повестку, но представителя военкомата отправили в полицию. Я остался в офисе, он подошел к двери, закрыл дверь. И в результате часа я находился в офисе «Билайн» закрытым. Я позвонил дежурную часть УВД, в батальон патрульно-постовой службы. Дежурному объяснил всю ситуацию. Он сказал, что вышлет наряд полиции. От армии молодой человек уклоняется уже 2 года. Розыск 20-летнего парня ведут и несколько месяцев. Через соседей представители военкомата узнали место работы уклониста и поехали вручать повестку. Но тот, узнав, кто к нему пришел, просто выбежал из офиса через заднюю дверь, оставив военкома в заперти. За 3 года работы у меня первая такая ситуация. Я не знаю, как к ней отнестись. Как сказал руководитель офиса, по его словам, это так, что я зашел, закрылся и начал все действия. Руководитель офиса наотрез отказался признавать, что уклонист работает в офисе сотовой связи. Заявление в полицию он сотрудника военкомата не написал. Но выезд наряда полиции Владимиру Волобуеву все же придется объяснить. Уклониста будут искать дальше. Сейчас 20-летнему Евгению грозит уголовная ответственность. Зато владельцам отечественных машин сегодня не до смеха. 2 «семерки» сегодня рано утром угнали в Северодвинске. Первый автомобиль уехал в неизвестном направлении от дома 104 по улице Ломоносова. После ВАЗ-2107 обнаружили на въезде в СНТ-12А1 на Кудинском шоссе. Второй автомобиль похитили от дома 102А по улице Ломоносова. Совершен угон еще одной «семерки», которая впоследствии была обнаружена с повреждениями на въезде в ГСК «Мечта» напротив дома 83 по Архангельскому шоссе. Сегодня утром у дома 12А по улице Комсомольской злоумышленники открыто похитили женскую сумку у воспитателя детского сада, в которой находился кошелек с деньгами в сумме 100 рублей, паспорт и пенсионное удостоверение. Ущерб составил 2400 рублей. Полиция проводит проверку.